Не двое. Человек четыре. Пока не надо, пока не надо. Все, нормас, нормас. На шаре сидит тип. Блять, а я с этим прицелом-то туда... Сколько вот туда было метров отсюда? Я уж не помню даже. 350 вроде, да. О, ваншот. Живой? Нет, я мертвый. Какой там? Они вдвоем сидят, просто смотрят. Между лестниц. Почему я резерв? Не особо. Пиздец. А, ну тут линк. Я убил одного. Ну, Ли Куан Джин. На втором этаже. Между этажей, да, площадь. Да, ты одного убил, но их тут трое сидело. Да. Да. Ты понимаешь, я не слышу ничего. Просто забегаю, поворачиваюсь направо, и на меня два ствола смотрят. Я успеваю только чисто брызнуть, видимо, попал в ворот. Да, да. Вот ты. Охереть, просто охереть. И они одеты, что там, по-моему, нормально. Да. 48-й, 49-й и 37-й. Китайцы. Три веселых китайца сидят просто и курят. Пролтали моего типа на шаре, блин. Что? Они же там не лутали, нет, не расчекивали, просто вот сидели реально. Не ходили. Вообще звуков было ноль. Я еще подошел послушать. Думаю, так, может, так на сколько метров я ему? 348 метров от стоянки до шара. Да, да. Поэтому спускаюсь. Есть кто-то? Кто-то есть в будке? Не знаю, слышал кого-то. Нет. На крыше будки, блин. Тихо-тихо-тихо. Там снайпер, блядь. Убил? Да-да-да. American снайпер. Ага, американский снайпер тупо сидит. Крис Кайл, блин. Бля, залутать бы теперь этого Криса Кайла как-то здесь. Да, есть. Смотрел, так, все, забей. Мой уровень, его жалко. По-моему, лежит у меченки крыса. О, еще сзади один стоит. Слева-справа стоят, короче. Кинуть, блядь, гранату. От магазина. Он на крышу, по-моему, вышел уже. Нет, от магазина ты же крыша стоит. Кто за Лешкой? Я. Один минус. Железо, кто поднимается? Я, железо. Где убил? Ближе к тебе убил. Остался у меченки. Полетите сидите в комнате, могу его посмотреть. Я не знаю. Давай попробуй пройти. Где угодно, может быть. Я.
Через пока. А там труп лежит. 41-й Алтын, 6-й класс. Ты точно никого там не взрывал? Я не знаю, я кинул так, и я пошел его, этого прочить. Слик. Да. Сюда. Фастем, слик, смотри, как хорошо. Не задерживай. Куда ты спрятался? Ох, тут друзья добавляются. Да, без понятия. Конечно, это читак. Сейчас тебя забанят, если ты не зрения даже. О, это он добавился. Ха-ха, сейчас посмотрим, что написано. Даже знак вопросика ему поставлю, типа что? Этот человек там написал мне. Он что сильно написал? Он сильно расстроился там совсем. Что написал? Русский, да? Не, зарубежный. Вот, он типа написал это и сразу удалился, чтобы ничего ему не ответил. А-а-а. То мало ли, блин. И здесь тоже открыто. Они вообще все полутали. Как, блин? Ты на втором? Да. Я на подъеме на камне. Они походу туда вот ушли, в сервера куда-то. Ну тут все лутано вообще, конкретно. Там, скорее всего, Тима должна быть. Один бы не справился? Нет, конечно. Я через главное захожу. Минус один, крыса. Бегает много. Слышу, да. Помощь, да? Я по железу запрыгнул. Да, много. Где? В серверах у нас. На лестнице. Одного? Двоих убил. Там еще. Еще? Я выхожу. На лестнице. Гранату мне, да, прокидывают. Убила. Хорошо. Поднимаюсь на второй, неплохо. Давай. Да, туда хае вниз. Фильтр там тебе реально плохо. Еще есть. Мне очень плохо. Я закрыл. Лежит труп? Два. Три. Один кого-то лутал. Один одного лутал, второй второго. Короче, там цепочка лутателей. Посмотри. Ёлки-палки. Что там происходило еще раз? Граната. И Аня одного убила. Ну все, тут пять человек. Такая, закрою лесенку, пойду. А гранаты кто убил, они? Чтоб не надуло. Я двоих взорвал гранаты на лестнице. А. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут, конечно, да. В смысле, в сумку? В сумку. Ладно. Там удобно. А чё к Жельку не забрали? Да места нету, блин, уже тут. Я пока по сторонам смотрю. Это мой сет Чопсон нахер поломал. Сейчас пойду каску свою выкину. Так, пора сваливать. Сорок девятый, 57-й, 61-й, 49-й. Встал на лестнице, где-то на втором и третьем. У меня тоже есть.
знаешь? За этот потный. Там не квадро в случае. Убил. Хорошо. Я батарею. Ты, конечно, потный, блядь. А, это квадро был, походу. Квадро? Да. Уверен? Ну, он обычно так много гранат прокидывает. Они даже не к месту порой, он все равно закидывает гранаты. Плюс МДР-ка. МДР-ки любит в последнее время. Две ключницы лежат в мечнике, прикинь. Что, блядь? А я сказал это или просто подумал? Ты сказал. Да? Я просто подумал, я не успел понять, сказал я это вслух или просто подумал об этом. Не-не, ты сказал. А, он в подвале в твоем. Да. Десятый уровень в броне третьего класса с ППшечкой ХП-19. Ты на первом? Напротив входа в Тетрис стою на первом на лестнице. Блять, у меня не двое. А человек 4. Что-то не боты? Нет. ЧВК. В левой стороне второй этаж сидит, он напротив лестницы, Ань. Может быть, увидишь. Да. Угу. Блин, вообще не видно. Может, есть. По лестнице ходят на первый спецназ. Да. Туалете на первом сидит крыса. Убил? Нет. Ладно, я иду в ту сторону. Пока не надо. Все, нормас. Ух. Что, их убил? Пятерых. Господи, что вы привязались ко мне? Или он не по нам? Скину М-ку. А, какашку еще скину. Господи, что у тебя с лицом? Мне попал немножечко. Да, она у тебя как этот, жидкий терминатор, короче. Такого металлического цвета, чисто лицо. А почему ты стекла разбил? Человек стоит, потому что отдыхает. Пулка хорошая. Третьем еще сидит в коридоре. Дай грену в коридор. Я пока побайчу. Давай. Ушла? Ага. Где ушла? Надавал ему. Ой, хорошая. Должен быть минус. Аккуратно сыграй. Сейчас патроны быстро кину. Сидит. Где? Не знаю, в комнате рядом у меня. С фонариком. Ага.
О, еще один меченький, не? Нет. Да. Так, а этому в итоге гренка его. А, нет, я успел его с рассаски убить. Сначала. Может, там еще сидит один. Ты что, прокидывал хая? Я прокидывал, но я ж не лутал. Он не смотрел туда дальше. А вон перед нами дерево. Да, 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 да. В спортзале ходит у нас. Ну дерево, этот спортзал. Ближайший к нам. Спортзал. Здание, скорее всего. Да, по дереву прыгает. Ты где, скажи мне? Крыша. Нет, он на крыше. Убил? Не знаю. Повязка синяя у него, в принципе. Тут еще один тактик. Вот в подвале, что ли? Реально в подвале чел сидит. Почему бы и нет? Профессиональный боец. Бело. Чего тапаешь-то? Эрсос? Да. 51 уровень. Повод? Нет, снайпер. Так что снайпер в бункере забыл, мне интересно. Это снайпер подвальный. Есть американский снайпер, а это подвальный снайпер. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нет. Прямо у меня справа он тут. Я хотел, думаю, можешь поагрить, а ты там раз поработал. Могу в туалет прокинуть ему просто. У меня контроль. Дашь ему крену. Секунду. Выпрыгнул. Этот у меня тут, слышу, ходит. Тот на этом. Он у меня слева, со стороны двухи. Убил? Убил? Этого, да. Ты по третьему, надеюсь, ходишь? Да. У нас ползунок. Сейчас, погоди, приятно это посмотрю. Прыгаешь тоже ты? Да, я прыгаю. Блядь, он лежал за песочками, господи. На крыше за песочками. Блин, чуть-чуть было, надо было тайминг. Я слышу, ползает. Слышал, ползает, но это... Не понял где, пока чекал, он уже встал. Сороковой, майнчун там какой-то.
перебегаешь, ты понял. У нас крыса! Кстати, поправили этот баг с невидимостью. Нет, прямо справа от верта. Блять, гранат отскочил от какой-то херни. Блять, и взорвало меня! Это сервер залагал, блять. Вижу. Гранат дома. Убил. Что ему плохенько там? Ну я ему напихал, он еле жив. Да что с серверами, блядь? Он опять там Push the Temple, Push the Temple. Да я знаю, он умер, он просто танцует, блядь. Он просто как будто он типа негодует то, что его убили, знаешь, как дети типа ложатся на спину, стучат типа ногами по земле, вот так же он типа, блядь, ну что ж такое, ёб твою мать, такой опять. Я бегаю. Через центральный заходить буду внутрь. Хорошо. Взорвал кого-то. Должно быть двое, по-моему. Ты работал что-то? Да, челика я тут взорвал. За диваном, блять. Как ник у него? Speedo 69. А, да, он вот убил вот этого перед входом. Повезло, повезло. Понял, где моя сумка? Ты же не светил. Зайдешь и видишь. А. Типа вот так я ее вижу, а выхожу не вижу, да? Сумка невидимка. А ну кинь свою сумку тоже туда. О, вообще... и пропала. Что, блядь? Так. Так. Лево. Двое? Двое там, по-моему. Трое, блядь! Я не знаю. Лучше не бывает. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.